Ну, вы знаете, случаев очень много, связанные одни с непосредственным подготовкой документации, а вторые связанные с получением определенных разрешений, связанных с публичностью, действительно. Это условно разрешенные виды использования и внесение изменений в ПЗЗ. Ну, это, вы знаете, это ведь право застройщика обратиться о внесении, а можно делать по тем документам, которые уже имеются. Он изменил свои намерения, приобретя объект или земельный участок, он изменил свои намерения. Значит, он понимал, что он вступает в определенную процедуру, связанную с иным решением вопроса. Дайте конкретный вопрос. Мы вам конкретный, наш конкретный вопрос ответим. Есть вопросы еще?